Не иначе, как несчастливая звезда привела 24-летнего приезжего в центр Москвы на Большую Дмитровку. На пустом тротуаре он не смог разойтись с таким же 24-летним и таким же, видимо, нетрезвым парнем. На кадрах с камерой наблюдения видно, что походка у обоих очень нетвердая. Вот они сталкиваются в первый раз. Спортсмену, видимо, тяжко. Он даже не может стоять на ногах. Вот они пересекаются в одной точке пространства повторно. Приезжий делает, видимо, спортсмену замечание. Тот начинает его толкать, едва не выталкивает на проезжую часть, а затем отработанным профессиональным приемом перекидывает оппонента через себя и наносит удар в голову, так что тот уже не может подняться. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Каширском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний спортсмен. Со слов задержанного, в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что это известный самбист, многократный чемпион российских и даже международных турниров Кирилл Шараев. Пострадавшего госпитализировали, у него серьезные травмы головы. Спортсмен же дожидается суда под подпиской о невыезде. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.